Так, ну что, продолжаем. Тут, походу, Галакронт у нас Эх, сам враг. Галакронт, остались лишь мы с тобой. Я знаю, что должен сделать. Типа, в смысле, мы же в разных сторонах, получается. Если Галакронт не остановить, все живое умрет. Это так, к сведению. Значит, две маны и мигиляция. Уничтожать существо противника и все его копии, где бы они ни были. Опа. Нифига себе. Если есть, мы бы поставили какую-то карту, и, то есть он просто может с Лукена есть тоже сгорит там в колоде. Рафаал! Интересно. И побеждать. Галакрон! Меня не сломить! Офигеть. Меня не остановить! А как побеждать-то? Я сделаю то, что не удалось. Или у нас другим. Тоже что-то там есть. Я, Рафаам, одолею тебя! Так, подожди, три маны, да? Уничтожает существо, ваше существо и раскапывает. И раскапываете и разыгрываете сокровище зла. Опа, мне нравится. Так, окей. А, то есть я могу сразу, да? Давай, наверное, сразу. Вот реально. Здорово быть великим вором. Призыв. Синтез ботов, так, вы получаете контроль. Ну, ботов вызывать это такое себе, он завязывает эту обилку и просто... Подожди, а как это работает? Все его копии, да, то есть он стало все убьет. Получает контроль над существом противника. Выходите в руку две его копии за ноль. Да. Хаос. Две копии за ноль, это интересно звучит. Ладно. Нифига, он еще и лапок на 20 урона. Возродись, кровь! Ё-моё! Слишком опасен, Галакронт! Я, и что делать с ним? Рафаам должен уничтожить тебя! А что мне с ним делать? Так. На крыльях зла! Раскапывать дракона. Блин. Подожди, а кого он бафает? Сейчас что? У нас нету ничего на столе. Да. Хаос. Так, наносит всем противникам 7 урона, стоит надо меньше, закажет, что погибший в этом матче. А, понял. Ну давай, мне это нравится. А, так мы Господи, мы же разыгрываем точно сразу. Что-то я и забыл то, что разыгрываем. Так, ну неплохо, ладно, тоже. Блин, тогда на черт мог его убить. Что-то я это. Я просто подумал, что. Ну, ладно. Я начало начал. Я перло дракон. Ты ничто. Чё, ты как не убить? Я Рафаам! Здравствуй, Галакронт! Немного полезного! Могу. Ты сыграл свою роль! Эфириал. Плохое замышляю. Я тоже. Так. Блин, ну надо. Убить рейдового босса в одиночку нетрудно. Главное экипировка. Блин, просто надо было контроль в прошлый раз бы. Что-то я забыл, что он... Я что-то... Ладно, окей, нормально. Дело. Я что-то забыл, то что он разыгрывает. Ну, почему что-то? Точно, все понятно. О, Галакронт, я рыдаю!
точнее, рыдал бы, если бы мог вырабатывать слезы. Так, подожди. Сначала... Ваша сестра получает ничто совета и неуязвимость до конца хода. Ну это как бы пофиг. Просто получить звала случайно. О, вот это мне нравится. Только надо было. А никак не сделать, да? Было, чтобы призывать еще кого-то. Ладно. Тоже знал, что будет. Специально не поставил, думал, что может быть добить. Ну какой-то уешка будет, но добьем какой-то его. Подожди, стоп, а где? Не понял. Подожди, так у него что такое-то? Может не сказано? Так, я не понял, а какой... Где мой смертокрыл? Он уничтожил его. Вот гад, он его уничтожил. Так, сейчас... Так, ладно. Люблю налеты! Получает легендарное существо. Воскрешает ваших существ. Первых четырех существ, погибших от мальчика. Получает перерождение. Отлично. У меня же мелочь какая-то там была. Жесть, ну ладно. У меня же какая-то мелочь, но лучше бы легендарки, наверное. У него что-нибудь? Мишка, да еще уже? Небеса врага! Моя стая пробуждается! Превращается в штормового дракона. Начали, может, надо их убивать, по-любому. Плохое запрещение! Я тоже! У нас там две карты, два типа. Случайно, что противника будет уничтожен. Неуязвимость. Блин, опять мог сделать это. Больше легендарок. Неплохо. Так. Котел кипит! Хорошая броня! Крепкая и блестит! Котел кипит! Еще одна ночь для охоты. Работаем сверхурочно! Офигеть, это повезло. Сейчас сюда еще игнорос сюда. Умри, насекомое! Нормально. Атакует всех других существ. Но Игнорос его убьет. Отлично. Ладно. Могло быть хуже. Когда получает урон, призыв. Так, сразу чем что противник, это ладно, потом. Призывает существо. Так, вот это. Ну, естественно, ничего нет такого. Убейте, что? Уберите руку, две копии. Ну, офигеть. Ну, серьезно. Получает 1-1. Натиск, если вас подкнули. Понятно. Специально поставил существо, но легендарки опять прокнут, чтобы превратить. А когда оказывается не надо было ставить, мог бы воскресить. Погоди, а там как написано? Первых, да? То есть получается, все равно ту мелочь бы воскрешала. Так, ну этого меня убьет, понятное дело. То есть я вот так вот хожу. Мы рёхнули!
идеально. Блин, ну естественно, опять какая-то фигня. Ну серьезно. Блин, почему это именно? Подожди, почему именно? Именно это. Выберите. Да, в итоге он всех убил, понятное дело. Так, подожди, что у нас пропало? А, копия у нас была. Скапайте копию карты с кодом противника. Случайно существовал противнику, ну понятное дело. Надо уничтожать. Так. Поцелуй меня. Услышь, мой рёв. Нифига себе. Жестко. Сейчас бы 7. О, нормально. Сейчас бы 7 урона. На самом деле супер неудачно получается это. Блин, вот затупим. А что там было на выбор? Все. Что-то не почитал, что за карта. В итоге. Надеюсь, ел ничего. Естественно, с одним хп. Ну короче, я проиграл. Прикиньте, я тут проиграл. Офигеть, проиграл просто боссу, просто потому что не почитал, что за карта. Офигеть. Просто не почитал, потому что нельзя наносить урон герою противникам. Ну как вот тут вы. Так, у нас тут 7 урона спасает на самом деле. Я вижу будущее. Тебе недолго осталось. Так. Взывайте Галакронду. А что если я взову, что произойдет? Блин. Либо таунт поставить, но толку от таунта зовем. Уничтожать. Я стану вашей чешуёй. Повелите. Офигенно, ничего не произошло. Можно 7 урона мне? Может не проиграю? Ну это бред какой-то. Тупо из-за того, что я не знаю, что за карта. Ударил и проиграл. Просто тупо он заспамил себе, нельзя бить лицо. Надо было ее убить. Надо было ничего не делать. Он бы этой картой ударил в мою, и она бы умерла. Все, больше ничего не надо делать. Она бы умерла. Сама. Жесть.